وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يفرحون فيه النساء أفواجا فسبح ربك واستغفره إنه كان توابا Thank you.
جاری این در کلو این در کلو ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سمعت وتشدت به سمعت وتوثقنا تقول وطلنا Thank you.
Это знак для чего? Для удлинения? Удлиняй тогда. Смотри, когда красный, его надо побольше удлинять. Ан. Дальше. Хотя бы удлинить корону. Was soll denn? Stell mir noch schon aus. Chimmasade. El culo ve sullo. Es el sullo para el rostro. Tengi. ¿Y claro que me lo va el rostro? Ten un chilo ya. ¿Y nada? Vosim no no. Vosim no no no. ¿Vosim no no no? 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 ¿Vosim no Вот это и чугул, чугул. Ну, вот это ренди. Вот это. Я не знаю, что это такое.
Это уже какие действия? Это желательные действия. Желательные действия, а мои нет? Необходимо осознать обязательно самайни. То есть ты должен знать, что самайни это обязательно. Дальше. Какие действия являются обязательными арканами? То есть ты в Амойне должен знать, какое твое действие обязательно, а какое желательно. Например, мытье рук один раз это обязательно, два и три раза это желательно. То есть ты должен знать, какое из них обязательно, а какое желательно. Намерение, оно должно быть обязательно выражено сердцем или же желательным вслух. Второе, мытье рук должно быть от кончиков пальцев до локтей. Мытье головы. Протирание головы. Челка, просто помыть нельзя, пожалуйста. Все правильно. Ты голову протирал, дальше? После головы. После выполнения... Ноги не будем?
ноги. Мучо. Мучо ног. Откуда накуда? От пальцев. От пальцев до от пальцев до щиколотки. И шестое выполнение всех этих обязательных действий, желательные действия. Первое. Обязательное соблюдение последовательности. Последовательно. То есть ты должен по очереди, не сперва ноги, сперва лицо, сперва намерение, потом лицо. В общем, по порядку. И желательные действия. Действия. Желательные действия чего? Омовение. Первое, хадисты, истиазу и басмалу перед началом омовения. То есть это что означает, истиаза и басмалу? Аузу биллахи ар-раджим и бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Дальше, второе. Нужно высморкаться и... Первое у нас изначально было, надо повернуться в сторону Кыбли. Да, первое повернуться в сторону Кыбли, второе... Да, у нас истиада басмала. Третье. Использовать сила. И четвертое. Вымыть все части. Кисти. Вымыть кисти и гусмакаться. Я буду тебя грешник обвинять. Чапы прополоскать рот и нос. Чапы прополоскать рот и нос. Все. Хорошо. Чилябы. Мусаев. Обязательное действие омовения. Первое намерение, оно должно быть выражено сердцем, при мите лица, желательно произнести. Второе. Протирание лица. Протирание? Мытье. Мытье лица. От кончика волос до подбородка, от одной ушной раковины до другой. Дальше. Третье, это мытье от кончика пальцев до локтей. Обязательно. От кончиков пальцев до локтей это обязательно. Выше уже желательно. Да? Четвертое. Мытье, протирание головы. Если, например, у тебя челка большая, нос большая, нельзя, например, так протереть, и это неправильно, надо вот так. Дальше. Пятое. Мытье ног, включая щиколотки. Третье, протирание сиваком. Использование сивака. Четвертое, это протирание кистей рук, если даже они чистые. Мытье, не протираем. Мы только голову. Мытье рук, если даже они чистые. И пятое, это... Первое, это намерение. Оно должно быть выражено сердцем во время мытья лица. Желательно говорить о том, что второе, мытье лица от корней волос до подбородка.
جسم ولا يحضه ولا يحضه على طعام على طعام فويل لل فويل لل فويل لل عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ويمنعون Иди расскажи. Извините. Так, седьмое. Да, 18. Понял? Вот до сюда. Ахмед. Чай надо? Чё? Он холодный. Все сюда чай. Писал плачка. А чё, она холодная, она холодная. Сидим куда уже, не? Да. Так, где дальше? Кибери от сферу до пятого, это желательное действие омовения. То есть совершать их, это все желательно. Повернуться лицом к Ивле, Ауду Билля, Бисмилля. Это все где шестое? Примытие. Давай, уходим. То есть шестое. Примытие лица, промывать и за ее границы. То есть мы сказали границы лица от ушей, от ушных раковин до ушных, и сверху вниз. И вот то, что за границами, то есть побольше уши, чуть ниже, ниже подбородок, это все желательно, то есть побольше. Дальше. Седьмое. Мытье руки до плеч и ноги до колен. То есть мы говорили, обязательное действие от кончиков пальца до локтей. Выше локтей это желательно. Выше до плеч. И от щиколотки до колен это тоже желательно при мытье ног. Дальше. Восьмое. Поглаживание намоченными руками всей головы. У нас было из обязательных протираний частой головой, то есть небольшой. А желательным является полностью протирать голову, то есть до конца и вернуться обратно. И так повторить три раза. Дальше девятое. Протирать уши изнутри и снаружи. То есть сперва протер голову, после этого уже ушные раки. Это желательно. То есть за это будет дополнительное вознаграждение.
Так, десятое. Разведение так, пальцев рук и ног при их мытье. То есть, когда моем руки, надо вот так. И также, когда моем ноги. То есть, чтобы вода доходила. Вода-то и так дойдет, но желательно дополнительно, да, как бы вот так протирать их. Дальше, одиннадцатое. Промывать густую бороду до корней волос. То есть, если густая борода, густая борода, это такая борода, из которой, через которую не видно кожи. Густая такая. И такую бороду нам достаточно, то есть, просто протирать. А промывать, то есть, через густую бороду, то есть, доводить мокрыми пальцами до этих корней, это уже является желательным. Дальше. Тринадцатое. Начинать с правой стороны. Например, если мы моем руку, начинать сперва мытье правой. Нет. Так, начинать с правой. Например, если вы моете руки, то сначала моете правую, затем левую. Да, это все верно. То есть мы говорили, обязательно это мытье рук. То есть можно и с левой начать, когда моем. Ты можешь сперва левую, потом правую. Это не сунна. Если мы хотим получить дополнительно, сперва надо мыть правую, потом левую. Дальше. 14. Так, троекратно выполнять каждую моющуюся часть. То есть каждую, допустим, когда моем лицо, моем руки, моем ноги, это все надо делать желательно по три раза. Так. Дальше, 15. Прямо те части тела не просто проливать их водой. Сначала до суды, оно кто не рассказал, ты. Вода была видно. В общем, оно было сильно висели. И оно было до 15-го. Но,